Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8, урок 31. Найдем значение выражения, используя числовой луч. 6 прибавить 8. Стали на цифру 6. Прибавили 8. Это значит, передвинулись на 6 делений вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. На 8 делений с шестерки. Ответ 14. 6 прибавить 8 будет 14. Следующий пример. От 12 отнимаем 4. Стали на 12 и двигаемся влево на 4 деления. 1, 2, 3, 4. Ответ 8. Третий пример. 20 отнять 3. Стали на цифру 20 и передвинулись влево на 3 деления. 1, 2, 3. Ответ 17. 6 прибавить 8 будет 14. 12 отнять 4 будет 8. И 20 отнять 3 будет 17. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.